А ты знаешь, каково быть с такими, как он? Вот и не говори, как поступать. Я просто не понимала, кто он. Я думала, что исправлю его. Знаешь, поначалу он был милым, заботливым, но таким сломленным. Я долго думала, что это я виновата. Я думала, что я подвожу его, моей любви недостаточно. Я не знаю. Этот сукин сын чудовище. Что бы его таким не сделало, никакой любовью в мире не получится спасти этого человека. Он обижал Ви? Нет. Раньше нет. Когда он был не в настроении, я шептала ей: «Поиграем». Она бежала и пряталась. Я сделала из этого проклятую игру. Как же это убого. Он всегда говорил: «Если я заберу Ви, он убьет обеих». Ну скажи, как следовало поступить? Полагаю, мы все прошли через то, чего другим не понять.